Одна из основных причин ухудшения зрения – это постоянное напряжение глаз. А кто из нас от этого застрахован? Большой объем визуальной информации, с которой мы сталкиваемся ежедневно, заставляет глаза пребывать в постоянном напряжении. Основными патологиями зрения считаются дальнозоркость, близорукость и астигматизм. А развиваются они от того, что одни мышцы утратили тонус, а другие чрезмерно напряжены. Происходит нарушение кровообращения. Как помочь глазам? С помощью нехитрых упражнений. Глазная гимнастика, она известна с древних времен. И йоги, которые создавали комплексы упражнений для тела, они побеспокоились и о зрении. То есть известно очень давно, но интерес не затухает до настоящего времени. Глазная гимнастика полезна, и мы рекомендуем глазную гимнастику. Но мы объясняем, офтальмологи это объясняют, что глазная гимнастика не исправляет дефектов оптики. То есть это не лженаука. Гимнастика для глаз необходима тем, кто хочет сохранить свое безупречное зрение на долгие годы. Тем, кто уже носит очки или линзы, но хочет предупредить прогрессирование дефекта зрения. Такая ежедневная зарядка полезна для всех, и выполнять ее могут даже дети, добавляют офтальмологи. Комплекс простых упражнений займет не более 5 минут. Разве ваши глаза недостойны этого? Движения очень простые на самом деле. Это прежде всего движение по сторонам, но при этом нужно правильно дышать. Вот попробуй, например, вдох, выдох, вдох, выдох. 3 раза. Вдох, выдох. По тому же принципу движения глазами повторяют в направлении вверх-вниз и по диагонали. Полезно совершать вращательные движения по восьмеркам и по кругу. Сначала в одну сторону, затем в другую. Выполнять упражнения можно утром, но актуальнее в вечернее время, когда глазные мышцы напряжены. Допустим, после многочасовой работы за компьютером или езды на автомобиле. Главное – регулярность. Глазной гимнастикой интересуются практически все пациенты. Но мало кто выполняет. Поэтому у меня основная рекомендация – это выбрать те упражнения, которые естественным образом можно выполнять в течение рабочего дня или во время прогулки, но выполнять их регулярно. Только тогда она будет полезна. Мы все очень хорошо в большом количестве думаем, что обладаем этой силой воли, да, до тех пор, пока не доходит до какого-то конкретного дела. Поэтому сейчас уже, по прошествии большого времени, я могу сказать, что для меня выполнение зарядки для зрения ежедневной, да, я подчеркну, это то же самое, как вставать по утрам там, в 7 часов, заниматься своими делами, чистить зубы, там, в конце концов, да. То есть главное дело – это привычка. Выработать себе привычку, мотивация совсем простая. Это ваше здоровье, это самая большая инвестиция. Противопоказаний к выполнению гимнастики для зрения нет. Но если вы перенесли операцию на глаза, лучше проконсультироваться у своего лечащего врача. Специалист поможет составить комплекс упражнений, эффективный именно для вас. Берегите глаза, давайте им возможность отдохнуть. Даже пауза в работе, когда после экрана монитора вы минут 5 смотрите в окно, будет очень полезна.